Ну что ж, всем здравствуйте, всем привет. Вы, наверное, уже догадываетесь, почему первые три буквы в названии горят красным. Да потому что sub полностью это будет subscribe. А subscribe с английского это у нас подписаться, поэтому подпишите. Ага, ну мы типа сломались, летим на планету под названием Огурец. Прикол в том, что типа огурец на 96% из воды. Ну вы поняли, короче. Итак, что у нас? Ага, нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Ага, какой-то там левый мир представляет. Ого, что такое? Ага, что-то там. Ага, запуск через 3, 2, 1. А что запуск? Так, огнетушитель упал. Ой-ой-ой, все летает. А куда? Что? Нет, а почему? Мне что-то в лицо прилетело. Правда, я немножко не понимаю, что именно, но... Вы получили легкую травму головы. Ты кто такой? А ну давай, лети отсюда, птичка какая-то. Ага, ну вот это у нас корабль сломанный, видимо, да? Так, куда? Ага, вон, видите, вот это, что это такое-то? Ого! А, это типа... Так, а это что такое? Э, ты куда? Э! Алло, а? Ты куда? Ты где? Ага, вот это у нас получается какие-то грибы, да, кислотные. Все ясно, давайте их соберем. Так, что еще можно собрать тут такого интересного? А, вот. Разбейте известие. Ага. Ого, это что? Это медь, жизненный важный компонент. Я тебя сейчас соберу. А, это пескун. Круто. Так. О, даже планета, посмотрите, как красиво тут. Как же тут все красиво и прекрасно, скажите. Я батарейку сделал. Для чего нам батарея? Ага, энергоячейка. Ого! Ого, сколько я их насобирал, этих всех грибов. И куда тут еще можно поплыть? А, вон туда, видите, вон то, вот это что-то. Давайте туда поплывем. А, это у нас... Что это такое? Гигантский труб. Ого, это гигантская труба. А это кто такой плавает? Вообще такая красивая, это, как его, вот это вот, ну, самое, ну, вы поняли, короче, огромная, просто красивая. О, пузырек, ну, здравствуйте. Короче, это типа выживания, там, где мы должны корабль починить и улететь, да? Круто, как мы будем улетать, если корабль на воде, и мы вообще на огурце плаваем? Ну, не знаю, ну, как-то вроде посмотрим. Погнали опять добывать коралл, чтобы сделать стекло. Кварц, извиняюсь. Как же это красиво, вы только посмотрите. Это кто такие? Нам нужно кораллы. А вот как стекло делать, которое нам нужно или не нужно, это еще вопрос, надо подумать. Это луна, наверное, вот это вот. Я географию не сильно, поэтому я что это такое, не знаю. Кстати, у нас пятерочка. Ха, пятерка. А спать я не знаю как, ну я знаю как посидеть просто. Сейчас мы поиграем в Бравл Старс и пойдем дальше ловить рыбку. Я 60 метров над уровнем моря. Так, все, дальше плывем. Это что? Это... Инопланетянское яйцо? Так, подождите, я ж не хочу умирать. А, все, я сдох. И что теперь? Нам нужно покушать. Давайте покушаем просто этого. Все, мы покушали. Все, погнали, ребятки, в этот, в как его, наверх ловить. Да, вот, теперь утро. И мы сейчас пойдем... Эти ловить. Коралл. Ой. Давайте куда-то вообще поплывем. Очень далеко. Мне просто так хочется. Ого, тут два чего-то огромного. И я хочу посмотреть, что это такое вообще. О, они живые, ребятки. Это оно нас убивает. Нет. Не убивай. Нет. Да я хороший, какого оно... Так, подождите, я что-то... Это что? Ага, все, что? Не понял ничего, но что-то я добыл.
О, так, надо выплывать. Что-то на этом может быть. А потом еще выплывать. Мне еще нужно, чтобы выплыть силы. Ууу, что это такое? Внимание. Кислород снижается при 100 градусов по Цельсию. Что? Кислород! Нет, плыви наверх, плыви наверх! Нет, я не успею плыть! Нет, не задыхайся! Да, чего ты такой? Я не заплыл, там всего-то 20 метров было! Что мы вообще добыли? А мы ничего не добыли. Классно, да? Это что? Это типа обломки от... Я металлолом подобрал. Очень круто. Как же тут круто. Но я не буду туда... Кварц, кварц, кварц. Кварц. Все, я первый кварц свой нашел. А, металлоломчик. Сейчас будем подбирать металлоломчик. И так будем лепить наш новый корабль. О, что это? Оно что-то красное и приятное на ощупь, наверное. Инвентарь полон, поплыли. Мы, короче, тут много чего нашли, но инвентарь, видите, полон. Поэтому давайте поплыли обратно на как его? 300 метров плыть. Ого, так, и у нас... А, кислородный баллон. Мы делаем кислородный баллон. И у нас... А, инвентарь опять переполнен. Еще один давайте баллон, чтобы у нас... А, вот, видите, уже 75. До свидания, ребят. Заканчиваем выпуск. Короче, очень прикольная игра, буду еще играть. Вот с такой вот землей. Ой, ну это не совсем земля. Всем до свидания, всем спасибо за просмотр. Я не знаю, что это за планета, потому что я не шарю в географии. Но заканчиваем с его красивого вида. Всем до свидания. Спасибо за просмотр.